Красиво. Тигры по соседству рычат. Угу. Ау, со всех сторон. Тигриная перекличка. Волка. Волка, девочка. Малыши. Поменяю дислокацию чуть-чуть. Ну, слушай. А где же они? Даже их не видно. Ау, ау, у них другая перекличка. Ау. Тоже такая перекличка. Нифига. Неудобно. Побежали. Ай, в домик. Как так-то? Лола. А вот она. Лола, девочка. Ау. Лолочка. Подвывай давай. Ау. Тоже давай будем перекликивать. Играми вместе, да? Лола. Мама, кусь за ногу. А, да. Мама, кусь за ногу. Кабаси уже. Кабаси. Да? Что ты там ну, вылизываешь это такое? Уже как все львы. Какие львы уже. Хоть и в горошек, но большие. Ой, и вышел третий. Болтушка. Что делала там? Болтушка. Ела и пила. И тоже такая, о, что там? Вау-вау, мама, вау-вау. Ой, куснула. И умывается. Там не видно. Не, вот я вижу, не могу снять, она не сфокусирована. Вот, попу видно детскую, они прям под дверочкой лежат. Ау, волк! Ох, прям. Жесем палку. Палку. Тигриные разговоры, серьезно. Ай, какая палка. Интересно. Палка. Такие прям высочки. Угу. Через решетку вообще неудобно снимать через сетку. Вот куда ты ушел? Куда ты ушел? Игры он готовит побег, смотри. Готовит побег. Через трубу для кормления, говорит, убегу. Ты там не пролезешь. Вот игруля. Игруля. Ау. Вот так ау. Тут и по тигринному научиться говорить. Да? Легко. Малыши. А, я думала, ты про меня. Ты тоже можешь научиться, если ты будешь жить. Поживешь и по тигринному, и по львиному запоешь.
там как. Перевернулся, на спине такой лежит. Прям у нас прям музыкальное сопровождение. Там домики. Домики. Что тут? Ушел. Неудобно их сбоку снимать. Они когда уходят в углы. О, здравствуйте. И куда тебе? Выйди мне. Конечно, что там из домика выходить? Там мясо лежит. Мясо там лежит? Ну, вот так вот. Вот они туда и убежали. Чего оттуда выходить? Там еда. Поедали. Вот Лола выходит. И домой. Лола, выходи. Не. Там у них вкусняшка. Все? Ушли. Ну, такой себе привет от Лолки.